Всем привет на канале Tasty Food. Я вам сегодня хочу предложить рецепт очень вкусных рулетиков из ветчины. Это именно тот рецепт, где готовятся рулетики очень быстро и всегда выручают. Вот что мне понадобится для рецепта. Для этого рецепта мне понадобится любая ветчина, которую вы любите. Сыр твердых сортов, зелень петрушки, майонез, желательно использовать домашний, чеснок, отваренные яйца вкрутую. Приступаю. Твердый сыр и яйца нужно натереть на мелкой терке. Мелко нарезаю зелень петрушки. Добавляю майонез и выдавливаю чеснок. Размешиваю, и начинка готова. Начинка готова, заворачиваю рулетики. Пять минут, и такая вкуснотища готова. Просто бесподобный рецепт. Быстро, вкусно. Это именно то, что нужно, когда гости у вас на пороге. Всем, кому это видео понравилось и было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих видео. Пока!